Осенью текущего года в городе Аксай Бурлинского района открыли Центр детского творчества. Уже сейчас есть первые достижения ребят. Подробнее о них в сюжете. Творческий центр «Art Masters» в Аксае открыли в сентябре текущего года. Здесь свои таланты и способности в разных направлениях развивают дети в свободное время. Их работы были выставлены в районном историко-краеведческом музее. Мне нравятся пейзажи, мои картины. Маме тоже нравится. Всем моим братьям, сестрам, бабушкам, дедушкам. Лучшие из представленных произведений детей и их педагога онлайн направили на международный творческий конкурс, проходящий в Украине. Увлеченности детей рады и родители. За столь короткий срок талантливые школьники успели выступить на различных фестивалях и поучаствовать в конкурсах. Арт-мастер. Мы сразу же записались в этот центр в момент его открытия. Участвуем в конкурсах. Моя дочь очень любит рисовать. Ализат Кушекбаева – талантливый учитель. Мы ей доверяем. Особенно популярно в центре изобразительное искусство. Юные художники рисуют в разных жанрах – карандашом, красками, создают изделия из гипса. В данный момент сюда на постоянной основе приходят более 30 человек. Мы принимаем детей с 5 лет. Сейчас у нас несколько возрастных групп. Встречаемся 2 раза в неделю. Дети рисуют, сколько им нравится. Сначала осваиваем с ними элементарную технику. Затем усложняем в зависимости от уровня. Добавляем всяческие сложные элементы. И вот, пока материал готовился к эфиру, пришла новость, что наши дети стали победителями международного конкурса. Нашему преподавателю огромное спасибо за такую возможность нашим детям рисовать, развиваться в творчестве, творить. Хотела бы пожелать всего только успеху. Самое главное, наверное, у них в ближайшем будущем уже есть конкурс международный. И хотелось бы пожелать, чтобы и преподаватель, и наши ученики, наши дети выиграли, и чтобы у них была такая возможность поехать за границу, в Лондон, показать свои картины, чтобы в творчестве у них было только развитие, а у нашего преподавателя всегда только творческие и очень, так сказать, хорошие, перспективные дети были. Теперь вдохновленные победой на таком высоком уровне и дети, и педагог намерены весной следующего года участвовать в подобном мероприятии в Лондоне. Алмагуль Джампиисова, Марат Жумагалиев, Армат Рахмеджанов, телеканал Акжаик.